37-летнему американцу Кертису Джексону, более известному как 50 Cent, предъявлены обвинения в избиении бывшей подруги. Согласно показаниям экс-возлюбленной музыканта, с которой рэпер провел 3 года, пара сильно поссорилась, находясь дома. Кто знает, может, парню ужин не понравился. Как бы то ни было, 50 вспылил и принялся крушить мебель в доме, после чего приложил подругу своей нижней конечностью. Дело выглядит еще загадочнее от того, что имя пострадавшей не разглашается. Если суд Лос-Анджелеса признает Кертиса виновным, ему грозит 5 лет лишения свободы и штраф в размере $46 000. Что ж, может, в этом есть и плюс для одного из самых популярных рэп-исполнителей. Чтобы поддерживать имидж брутального бэтбоя, тюрьма не самый плохой вариант. Но все же бить девушек — это не по-мужицки.